Одесскую велосотку перенесли на сентябрь. Дату проведения велоралли 100 километров по поясу славы изменили в связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией. Марафон должен был стартовать 10 апреля. Его традиционно проводят в день освобождения Одессы от нацистских захватчиков. Но в этом году заезд состоится 25-26 сентября. Об этом сообщили в оргкомитете. Сейчас регистрация продолжается онлайн.